Здравствуйте. Вот сегодня еще предсказание сбылось. 26.01.2016 в разделе «Весь мир» я давала предсказания под номером 62 и 63. Космический корабль на орбите странно покачивается. Ракета готовится взлететь с космодрома, под ней много огня. И в разделе «Казахстан» 29.11.2015 года под номером 4. Ракета взлетает с Байконура и падает. Ну вот сегодня мы знаем, что над Тувой рухнул прогресс. Прогресс, и там, в общем-то, ищут, и, в общем-то, как бы из ряда вон выходящие события. Вообще, когда я даю несколько предсказаний, там, 2-3 и более на одно событие, то обычно это всегда что-то такое громкое. Спасибо за внимание.